Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. У нас четвертый день, и мы получаем свой 200 напитков. Якнок. Отлично. Так, это мы с тобой закрываем, это нам не нужно. И давай смотреть, что нам принес Беззубик. Так, 3 брошки, 24 руны и 90 тысяч рыбы. Ну что ж, спасибо, я, конечно, тебя не за этим отправлял. Ну да ладно. Так, открываем с тобой бесплатно пак. Ну, давай что-нибудь хорошее. А можно мне дракончика нового какого-нибудь, а? Чисто случайно, ну пожалуйста. Так, шепот, громель, кревет. И все, да? Подожди, что это тут у нас? Ага, дымодышащий душитель. Это, ребята, обычный, поэтому я думаю, что его можно отпустить. Такой у нас уже с тобой есть в наличии, так что пускай он идет гулять. Тем более он всего лишь даст нам 1700 рыбы и 5 тусклого янтаря. Да, я хочу его отпустить. Пускай летит на свободу. Ну, а с вашего позволения я гляну еще на один пак. Монетки Одина. И вот у нас ресурсы в основном, да? Размягчитель? Еще один? Да ладно. Но в любом случае мне придется его отпустить. 160 тысяч рыбы. Вот это я понимаю, ребят. Вот это подарочек. Так, ну что, давай дальше тогда делать. Так, ты у меня получил уровень, ты рыбку принес. Так, давай быстро еще за рыбой сгоняй. Так, кстати, ребята, у нас с вами 2 миллиона рыбы, и поэтому я хочу улучшить дровницу. Да, построить. 18 часов будет это все делаться. Ну что же, пускай делается. Так, ты что отдыхаешь? А ну-ка быстро за дровишками лети. Так, ты у меня сколько принес? 446 рыбки всего лишь? Ты что, смеешься, что ли? Ну-ка, давай. Бегом, как говорится, на поиски. Так, ты у меня прапался, да? Молодец. Давай быстро за рыбой. 27 тысяч бревен принес. Ничего себе. Давай быстрее тогда еще. 53 тысячи бревен. Вот это я понимаю, вот это вот находит, да, драконы? Не ленится, как говорится. Ну что, Громгильда, давай посмотрим, что ты мне дашь. Я больше уверен, что мне выпаст вот этот вот янтарь. Конечно же, тусклый янтарь. Может быть, я хочу вот яйцо вот это получить. И я его получаю, ребята. Ну, соответственно, мы его сейчас... Блин, принцесса огнеедов. Ну что, отпустим ее? 6 миллионов рыбы! Мне не видится это, ребята. 6 миллионов рыбы, ты прикинь. Подожди, а это редкий, да? Разместить. Подожди секунду, я хочу просто глянуть. А какой у меня, ребята? Так, у меня тоже принцесса огнеедов редкий. Так что я, наверное, все-таки... Все-таки, наверное... Ладно, пускай идет в ангар. Но я ее отпущу. Я отпущу эту принцессу только лишь из одного, ребята. Так, найти снеговика. Где у нас снеговик? Только лишь из одного, что мне нужна рыба. Так, я не вижу, вот он снеговик. Спрятался. Так, у меня осталось 10 дней. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Слушай, вполне реально найти, ребята, это яйцо. Рождественское, да, зимнее, так скажем. Так, давай посмотрим, что у нас принес. Ух ты. Невероятно. Что это, ребята, за монета? Чур, это мой дракон. Отправьте зеленую смерть на поиски 4 раза. Забираем. Не могу дождаться, когда его увидит Икинг. У него взорвет башку. Ну да, это уж точно. Взорвет башку. Так, может быть нам... Нет, нифига. Пускай идет, ребята, дальше на поиски, да? Но он крутой. Он крутой, этот, ребята, дракон. Это зеленая смерть, мне нравится. Легендарный. Прекрасный дракон. Так, давай-ка мы с тобой здесь заберем наш блестящий янтарь. Естественно, сразу поставим новый. Само собой. Так, задание. Забираем. У нас тут будет столько этого тусклого янтаря. Ой, ребята, целая куча. Якнок. Забираем с тобой, да? Так, где у меня... Так, ты ищешь рыбу, молодец. Ангар. Так, находим нашего... Вот он. И отпускаем. Отпускаем, ребята, его на все 4 стороны. 6 миллионов рыбы. Ты представляешь, я получил?
Сейчас кажется, это такие большие ресурсы, но мне кажется, на самом деле это... Ого, что случилось? Стоило мне отлучиться на денек, и вы взорвали часть олуха. Ну, технически мы не взрывали часть олуха. Мы разбудили дракона, который это сделал. А я говорил, что нужно рассказать Икингу. Хорошо, посмотрим, во что мы ввязались на этот раз. Выполните обмен зеленой смерти. Погоди, это... Какого лишь? Зачем мне нужно делать обмен зеленой смерти? Так, ребята, тут ресурсов, конечно, ужас. Самое главное, мне кажется, это вот эти вот колокольчики. Если эти мы еще с тобой можем где-то приобрести, да, смотри. Все, что касается рыбы, ребята, сразу покупаем. У нас 6 миллионов рыбы. Нам менять, менять, еще раз менять. Так, какой у нас тут пак-то будет? По-моему, обычный мы, да, вставили на активацию. Поэтому посмотрим, что нам здесь выпадет с тобой. Грумель. Кошмарный Пристеглов, Лаварык. И все. Следующий пускай тогда на активацию встает. Что у нас здесь на рынке? Показывают. Ну, у меня 540 монет. Что я могу здесь купить? Блестяшка. 1170. Слушай-ка, огнестрел. И он эксклюзивный. Вот скажи мне на милость, стоит он того, чтобы его покупать? А? Ребят, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Огнестрел. Потому что на другое мне не хватает. Так что жду ваших комментариев по поводу огнестрела. Так, что у нас тут еще задание мы выполнили. Это мы получили еду. 30 якнога мы с тобой еще забираем. Ну что, давай пошуршим по-быренькому. Что, давай этого, наверное, на прокачку, да? Поставим с тобой. Слушай, подожди, а я ведь могу и без зубика так. Иди, обучайся, родной. Пускай учится. Без зубика, ребята, это заслужил. Верно? Верно. Так, вы везде, везде здесь на поисках у меня. Так. Слушай, я ведь могу... Так, водорез, где ты? Ты вот здесь, да, у меня? Вернись. Давай мы тебя покормим. А чего там было написано? Не хватает? Подожди, как это не хватает? Все у нас хватает. Погоди, секундочку. Я ее отдал за 6 миллионов. Где, извини меня, мои 6 миллионов рыбы? Почему, ребята? Ну ладно, хорошо, предположим, даже здесь 2 миллиона, да? Короче, я просто в холостую потратил, ребята. Даже почему-то вот здесь вот не отложилось. В запасе у нас рыба. А я ее тут разбазариваю. Понимаешь, в чем я лопухнулся? Кто же знал так, а, что получится? Ты. Дары, ты как всегда красавчик. Молодец, чуданул. Так чуданул. Хорошо. Здесь вроде бы мы с тобой все сделали. Ребята, предлагаю пойти на... Подожди-ка, у нас события. Йоу, простые. Два. Выживание, ну, ранний доступ. А вот здесь у нас защита торговцев. Ну что же, погнали. Вперед, как говорится, из песней. Ну, ребята, как обычно, докуда дойдем, до туда дойдем. До сколько энергии у нас хватит. А пока будем их бомбить. А потом пойдем с тобой на арену. Ох ты, два кревета. Два кревета и вот это, да, как говорится. Волн две. Блин, сейчас они меня тут разберут. Это же красный дракон, ребята, а я зеленый. У них усиленная атака, но у нас может спасти только одно, ребята. Уровень. У нас уровень чуть-чуть посильнее, да, повыше, чем у них. Поэтому за счет этого, может быть, мы еще и проживем. Бомбим. Так, что случилось? Что он там думает? Вот так решил сделать. Так, ну что, этого, я думаю, добьем. Так, сейчас что-то будет больное, да? Хоба. Еще терпимо. Давай, ребята, бомбим. Уклонение, конечно же. Так, прекрасно. Кусается. Так, подожди, это же первая только волна. Ё-моё. Нам нужно с тобой хильнуться.
Смотрим следующий. Так, ух ты, это кто такой, ребят? Ну это водорез, понятно, а вот это кто? Кто ты такой, парень? Нифига себе, мы его нахлобучили. А если я сделаю вот так? Давай. Ветрокрыл. Смачно. Ну что, водорез, по-моему, тебе крышка. Да, друзья мои, первая победа за нами. Ну, мы двигаемся дальше. Так, мы еще должны с тобой, видимо, да, крутить колесо. Рандомное. 100 тысяч древесины. Как пить дать? Тут не надо, ребята, быть провидцем, чтобы знать, что именно это тебе выпадет. И плюс 50 рун. Забираем. Так, получается, у нас с тобой будет битва. А на следующее только пак. Ну что же, погнали. Естественно, мы будем с тобой потом опять же крутить это колесо. Ох ты. Слушай, ребят, против нас все красные выступают. И синие. Я тебе, знаешь, что скажу? Нам, наверное, с тобой придется взять тоже синих и фиолетовых. Синих и фиолетовых драконов. Ну-ка. Неплохо. Душителю сейчас досталось. Да, здесь надо брать нам других драконов. Абсолютно других. Так. Добьешь? Нет, не добьет. Так, сейчас ходит душитель, потом мой пристиголов. Давай так нарезаем. О, как мало, как слабо ты бьешь. Друзья мои, это, я так понимаю, скалотряс. Только почему-то он здесь синий. Синий скалотряс. Давай-ка, наверное, так сделаем. Усыпим их. Ярость. Опа. Теперь, наверное, вот этого. Очнулся. Хорошо, что он слабо бьет, а? Мы его уничтожили. Так, теперь этого давай. Можно хильнуться. Даже нужно, я бы сказал так. Что он там будет делать? Это твой суперудар был, оказывается, да? Ну что же, парнишка, извини. Обед за нами, ребят. Короче, я буду менять здесь драконов. Так, крутим колесо с тобой. Рыба, да? 200 тысяч. Ну, понятно. На другой я даже не рассчитывал. Ну что, ребята, я хотел поменять драконов. Значит так, здесь красные и синие, да, в основном. Значит, мы берем с тобой синих драконов и фиолетовых. Синие, синие, синие. У меня какие здесь самые сильные? М? Я вижу. Так, душитель. Слабак. Вижу Грэмгильду. Давай ее снарядим вместо кого? Вместо сардельки, к примеру. Так, фиолетовый. У нас есть тройной удар, тоже неплохой. Но я думаю, что все-таки надо брать еще один. Одного синего дракона. И это, наверное... Может быть, змеевика взять? 10-го разряда. Да, скорее всего, мы его... Так, а я улучшить не могу его? Тогда просто снаряжаем. Все, друзья мои. Посмотрим, как вот эта вот команда себя проявит. Взял специально синих. Под красных. Так, кто у нас тут? Фиол и зелень. Так, подожди, я не понял. Я готовлюсь... К одному они мне здесь... Так, лаварыга лучше не трогать. Вот этого надо бомбить. Это у нас тройной удар. Но какой-то специфический. Какой-то специфический, да, у нас. Так, что мы тут можем делать? Давай вот так, наверное. Опа. Атаку мы понизили. Салабон. Добивай его. Красавчик. Ну что, лаварыг. Вот мы с тобой и встретились на узкой дорожке. Сейчас мы с тобой будем разбираться здесь. Понижаем ему атаку. Хотя он и так не слишком сильно атакует. Но все-таки, ребят. И просто его застреливаем. Запуливаем тут всем, что у нас тут есть. Ускоряем еще команду. Вот так. Ну все, 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 лаварыг. Успокойся. Тут мы тебя уничтожим. Так, последняя волна. Зелень и фиол. Начнем вот с этого.
Так, это что у нас? Дракон команды. Так, обмен эффектами. Понял. Обмен эффектами. А это так, хитрость. Пока, друзья, мы будем вот так бомбить. Опачки. Фиол. Посеем, понятно дело, ребят. Давай здесь понизим атаку. Блин. Мы тут его будем до посинения разбирать. Тем более еще и промахиваемся, как всегда. Опа. Так, ребята, это уже переходит, извините меня, все границы. Ты посмотри, что они делают. Ты просто полюбуйся, они взяли и уничтожили мне дракона одним плевком. В зоне риска, ребята, все, погиб. Слушай, нам придется, наверное, вернуть с тобой одну команду обратно. Справимся ли мы с ними? Я боюсь, не справлюсь я здесь. Меня только спасет, наверное, груша. Крит, не хватало крита, ребята. Уклонение. Смотри, что творят, а. Понизил мне броню, гаденыш. Ну что, либо я, либо он. Я все-таки надеюсь, что я здесь смогу его одолеть. Смотри, что творит, а. Гад. Защита у меня пониженная. Вот в чем беда. Повезло. Нет, друзья мои, это чушь собачья. Потому что я беру, подставлялся под ту команду, да, ты понял. И он как назло поменял драконов со стихиями. Ну-ка давай крутанем колесико, посмотрим, что нам здесь выпадет. Древесина, я уже знаю. 30 тысяч древесины. Так, и мы забираем с тобой пак. Следующий приз у нас будет с тобой обычный тусклый янтарь. Но прежде чем отправиться сюда, мы заменим драконов. Я обратно ставлю тех, кто у меня были. Так, этот у меня остается на месте. Можем водореза? Нет, не хочу я его брать. Слушай, а крылатый уже сможет улучшиться? Нет. Требует 24 уровень. Ну что, защитник? Давай мы тебя снарядим или не будем, ребята? Или возьмем все-таки сардельку? Давай сардельку вернем. Ну что, поехали. У нас с тобой еще есть две энергии. То есть в любом случае мы получим 1000 тусклого янтаря. Это просто неизбежно. Так, смотрим. Ты смотри, я вот беру других драконов, он сразу меняет, ребят. Берет именно тех, которые наносят нам усиленный урон. Да. На. Получи и распишись. Смотри, что вытворяет. Как косит, а? Пляшет как и надо, а? Ну что, добьем мы его? Нет, мы его не добьем. Тогда сделаем немножко по-другому. Вот так. Теперь... Опачки. Так, душитель. Душитель ходит. Этого добиваем. Теперь поэтому. Так, наверное, нам нужно будет его... В сон. Хотя, ты знаешь, нет. Лучше так. Сейчас будет больно кому-то. Возможно, всем. Ну что, мы его добьем? Отхил сделал, молодец. Красавчик, сарделечка. Ну что, последняя у нас, ребята, волна. Атакуем. Так, что-то сейчас будет. Кусает. Этот сейчас уничтожит сардельку мне они. Я вас понял. Я вас прекрасно понял. Ну что, ветрокрыл, дуй. Добьешь этого? Молодец. Красиво. С критом, как говорится, да? Так. Удар слабенький, конечно, но... Ладно. Кого будешь кусать? Вот ты как решил, да, сделать? Ну тогда хана тебе. Слушайте, ребята, ну слава богу, мы с вами выиграли здесь. Так, и крутим рулетку. И что же мне выпадет? Я сейчас тебе скажу. 300 бревен.
300 бревен. Я вас понял. Так, что же, ребят, последний бой у нас с вами, потому что энергия последняя. Мы ее тратим и пойдем с тобой уже потом на арену. На арене тоже мы с вами, извини меня, все-таки пробиваемся по лиге. Игнорировать ее нельзя. Так, первая волна. Ну, слушай, ну тут фиолы, синюха, это нормуль. Красных, по крайней мере, нету. Так что должны с этим справиться. Так, это у нас прихвостень, да? Опачки. Ха-ха, промахнулся. Так, сарделечка, ты сможешь его... А, сейчас он два раза ходит. Ну-ка. Сильно бьет, а? Ты посмотри, сардельку уничтожает. Прихвостень. Атакуем. Так, есть смысл? Нету. Я думаю, что лучше тут хильнуться. От этого больше будет толка все-таки. Раз, два. И, скорее всего, добиваем. Ага, громорог и вострозуб. Вострозуб. Ну что, начнем с этого, да? Вот, шикарненько. Если мы их сейчас усыпим, мы этого разберем с тобой. Громорога. Пока, родной. Ну, а вот у нас вострозуб или глыба, как его здесь величать, я не знаю. Но я знаю точно, что мы не должны ему дать сделать разбег, чтобы он оглушил наших драконов. Скорее всего, он это успеет сделать, да? Ну, какой крепкий, а? Сам по себе сильный прям невозможно. На, именно по защите. Ну, вот и все. Его песенка, друзья, спета. Давай, родной, покажи мне что-нибудь хорошее. 100 тысяч рыбы. Предсказуемо. Вот не чтобы сюда перепасть, да? Где три груши. Нет, вот на тебе. Ладно. Ну что, забираем с тобой тусклый янтарь. Ребята, энергия закончилась. В следующей серии попробуем, наверное, дальше поиграть. А сейчас отправляемся с тобой куда? Ну, конечно же, на арену. Конечно, друзья мои, на арену. Так, слушай, подожди, я же вот этих драконов забыл отправить на приключение. Слушай, может быть, Грамгильду мне прокачать? Рыбы не так уж и много она просит. Хотя, о, пускай идет она обучаться все-таки, ребята. Так, теснина. Бесплатно. Так, полетели. Так, интересно, что нам здесь достанется? Я бы, конечно, хотел получить, наверное, либо ножны, либо руну. Но шестеренки мне как бы не особо нравятся и не особо не нужны. Давай, давай руну, 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 руну. О, сколько? 12, спасибо большое. 12 рун, это тоже прекрасно. Так, а здесь у нас что? Ну, здесь бы я, наверное, взял 4 руны. Ну, или яйцо дракона. Тусклый янтарь, как бы, у меня его дофига. Нет, все-таки тусклый янтарь. 52 штуки. Так мало. Так, давай отправлять в приключения. И тебе тоже, кстати. Подожди, хотя можно нам его... Секунду. Новая способность. Оу, иди-ка ты, наверное... Блин, а у меня уже кто-то там обучается, да? Тогда в приключения. Требуется 90 уровень, чтобы открыть новые территории, где они могут, ребята, летать. Нужны офигенные для них уровни. А кто же тут у меня учится, а? Ну, покажи мне, пожалуйста. А, без зубика я отправил на обучение. Ну что же. Это хорошо, ребята. Так, ну что. А здесь... Почти 2 ляма древесины нужно, а у меня всего лишь лям 200. То есть дофига еще нужно ресурсов-то, оказывается. Так, а что мы здесь с тобой забираем? Еконок. Отправим двух драконов в путешествие еженедельное. Так, здесь кисло все. Ну что, ребятушки, пора нам на арену. Так, откроем с тобой, наверное, пак вначале. Кревет, крылатый ужас, парящий прихвостень. Опа, кто это, ребята, кто это? Острокоготь. Прикинь, как мне сегодня везет. А если я его отпущу? Ну, тут не очень много, 260 тысяч рыбы. Пускай летит на свободу, пускай. Так,
Но драконы мне выпадают уже намного чаще. Ты, я думаю, заметил это, да? Что у нас по событиям? По событиям. Найти Боржемина. Найти. Фиг ты найдешь эту Боржемину. Вот где ломанный меч. Так, это у нас для кого? Для древоруба-дикаря. Это у нас Хакату эксклюзивный. Также нас тут поджидает Костолом Защитник. Один герб, и мы с тобой 26 рун могли бы получить. Заманчиво, конечно. Так, а почему ты сидишь, а? Почему ты не ищешь рыбу, а, парень? Сидит, понимаешь, и там прохлаждается. Все, друзья мои, идем с вами на арену. Кстати, ты заметь, нам осталось всего лишь 2000 кубков, и мы перейдем с тобой на следующую аренку. Так, а у нас... Ой, 11 уровень, друзья мои. 11 уровень врагов. Так, два раза ходит он, потом мы, потом будет ходить тройной удар. Потом опять он будет ходить. Слишком дофига у него ходов. Вот что я тебе скажу. Ага. Давай я, наверное, на это потрачусь. На усиление атаки. Тройной удар. Он может что-нибудь чудануть противное. А сардетка у меня без защиты. И они все ее атакуют. Понимаешь? Уничтожат. К сожалению, уничтожили они меня. Так, сейчас. В следующий ход мы с тобой, знаешь, что делаем? Массовый сон. Вот таким образом я хочу их наказать всех. Я не понял. Бомбим. По идее, ребята, он не имел права сейчас очухиваться. По идее. Но он почему-то это делает. Ну что же, мы с тобой, наверное... Наверное, я отхилюсь лучше. Вот так. А теперь отравим. Сейчас что-то сделает. Слушай, ничего он не делает, как ни странно. На тебе. Получи. Хм. Прекрасный выбор. Он начинает атаковать ветрокрыло. За это, ребята, мы его, конечно же, наказываем. Побед за нами. 30 кубков. И сейчас посмотрим. Ну, обычный пак, как всегда. Ну, что я тебе скажу. Неплохое начало у нас было. Поэтому... Продолжаем. Все ячейки забиты. В принципе, с одной стороны, это мне даже выгодно. Потому что мы будем получать вместо паков ресурсы. А мне нужна древесина. И очень много. 2 ляма. Ну, точнее, лям. Потому что мне нужно прокачать лохань. Для рыбы. Слушай, что будем делать? Наверное, вот этого будем бомбить. Покамесь, да? Этот сам по себе слабенький. Единственное, у него, конечно, мощная атака. Это когда он делает супер-пупер сон. Вот тогда да. Упс. Решили все-таки добить. Я вижу, ребята, они агрессивно настроены против моего барса и вепря. Ну, мы тоже с вами не простачки. Солидно. Ой-ой-ой-ой, уклонение, ребята. Сработало уклонение. Так, не имею права здесь, ребята, его упускать. Нет. Как так может быть? Два раза подряд он промахнулся. Два раза подряд. Сейчас этот очухается. А если он очухается, ребята, он будет нас вгонять в сон. Как-то мне не особо этого хочется. Слушай, я, наверное, знаешь, что буду делать? Сам его вгонять в сон. А вот это я сейчас делаю и сам думаю про себя. Зачем я так сделал? Ведь он же сейчас проснется. И у него будет очень много энергии. Он меня в сон загонять будет. Да-да-да, он будет меня загонять в сон. И знаешь, что самое бесявое? Что он мне не даст покоя. Хотя нет, даст. Вот так вот мы с тобой делаем.
Сейчас он будет опять загонять в сон. Соответственно, он будет себя, ребята, атаковать. Так ведь должно быть, по идее. Да, именно так. На тебе, хламон. Ну, давай еще разочек. Че, не хочешь? Ну, ударь. Добей сам себя. Не понял. Есть. У нас просто с тобой отражение закончилось. Вот оно что. 30 кубков и... Что же мы с тобой получим? Вот, 80 тысяч брюин. Ну, считай, соточка. Так, ребята, у нас с вами 6 драконов побеждено. Нужно еще 4. Я думаю, мы справимся с вами. Слушай, а кто, интересно, вот сильнее? Чемпионы или легендарки? Мне кажется, все-таки легендарки. Ну, кто у нас тут? Душитель. Как его звать-то, я уже забыл, если честно. Я забыл, как его увеличать. Да ну нафиг. Что-то слабенько как-то мы бомбим. Ладно, будем делать так с тобой. Сейчас будет зеленого так. Ах ты гад. Шипорез, да, по-моему, увеличать. Да, шипорез это. Атакуем. Раз, два. Этот усиленную атаку имеет. А он сейчас будет ходить. Потом сарделька сходит, да? Сарделька, я думаю, добьет шипореза. Давай, родная, не промахивайся, нормуль. Так, этот сейчас что сделает? Блин, они собираются уничтожить мне ветрокрыло. А мы попробуем вот так сделать. Если они уснут, то это будет круто. Баю-бай, родные мои. Ну что, все, родной? Так, хильнемся, пока есть такой момент. А теперь придется атаковать. Еще атакуем. Так, 2х. Кому-то сейчас будет больно. Ветрокрылу. Это подусиленная атака, еще не забывай. Все. Но я могу сказать, что изи-катка за счет того, что ветрокрыл наложил на них сон. Ну что, последняя битва. Последний дракон нам нужен. Это для того, чтобы получить, естественно, пак. Так-то нам нужно будет еще 10 драконов победить. Куда-то опять у нас музыка с тобой исчезла. Как всегда, бывают такие, ребята, глюки. Я начну, наверное, с прихов с ней. Мы, как всегда, промахиваемся с тобой. Так, прихвостень что сделает? Ну, как всегда, полыхнет огнем, да? Ладушки, все-таки решили. Решили, ребята, не объединиться против моего барса и вепря. Мы еще с тобой даем ему возможность нас добить. Ладно, лаварык не так страшен. Вот они вдвоем, вот эти вот охламонные буржуи. Все-таки ушатали. Сейчас вот этот красный будет лютовать. Почему, ребята? Ну, потому что у него усиленная атака по нашим зеленым. Сейчас, если мы в сон загоним. Оу, слушай, вот это хорошо, ребята. Это, в принципе, неплохо. 2 уклонения подряд. Да, это, ребята, ну вообще просто жесть. Просто, ребята, жесть. 2 уклонения сразу он делает. Соответственно, он разбудился. Мы сейчас с тобой... Нет, я, наверное, все-таки буду делать удар хвостом. А потом мы с тобой еще раз, наверное, загоняем их в сон. Хотя не получится. Нет, ребята, не получится у нас с тобой загнать их в сон. Сходит сейчас... Ага, подожди секунду. Подожди секундочку. Давай, наверное, вот так сделаем с тобой. Сейчас сходит лаварык. Он будет атаковать. Ну, понятно. После этого... Что он сейчас делает? С разбега уничтожит? Жестко, парень. Ты в курсе, что я такой не прощаю, а? Давай, делай свой суперудар или что-то там. Давай, сам себя убей, пожалуйста, костолом. Красавчик, умница. Вот как мне теперь с лаварыгом справляться, извини меня. Он сейчас будет, ну ты понял, да? Вешать на себя либо защиту, либо еще что-нибудь в этом роде. А я тогда, наверное, сделаю вот так вот посильнее. Атаку посильнее, чтобы хоть как-то его пробить. О! Сейчас будет защиту вешать. А я... Нет, он хильнулся. Он хильнулся, но повесил на себя еще защиту, как ты видишь. Сейчас может щит повесить. Все, крышка ему, короче, ребята. Он ничего не... Сейчас хильнется ведь. Нет, все, друзья мои. Зря он сделал. Если бы он отхилялся бы... Ничья даже.
Даже ничья, вот оно как. Ладно, ничья так ничья. Мы, главное, с тобой двух драконов забомбили, а нужен нам был всего лишь один. Ну вот и пак. Показывай нам, что там у тебя. Душитель, чудовище, лаварык, крылатый ужас, громорог, беззубик. Вот оно как. Ну что, очередная битва. 10 драконов мы должны с тобой одолеть. 11, 12, 11 разряд. Причем красные, да? Сопротивляться, ребята, нам нужно будет до последнего. 12 уровень. Считаем мы на равных с ним, да? Ну-ка. Ну, поехали. Поехали, будем его уничтожать. Пытаться, по крайней мере. Почему куда-то постоянно исчезает музыка? Кто мне это скажет, да, друзья мои? Без причины. Так, что ты там собрался делать? Кусать. Ты вот все равно вот, можешь даже посмотреть, что у него инициатива всегда больше. Он всегда больше делает ходов, чем мы. Сейчас будет массовая атака. Ё-моё, кого-то потеряем, может даже двоих. Охо-хо, мы выжили каким-то чудом, но все равно, ребята, на грани у меня. Один, второй, ты сам видишь прекрасно. Эх, давай. Промахнулся, даже не смог добить на дорожку, как говорится. Ну что, бумс. Я, наверное, знаешь, что сделаю? Вот так и отправляем их в сон. Вот таким образом. Ты, кстати, заметь, когда он спит, у него вот этот баф, он не спадает. То есть атака усиленная с него не слетает. Так, что же ты сейчас делаешь? Ё-моё, как ты предсказуем, парень. На тебе. А я ведь тупанул, да, ребята? Я тупанул очень сильно. А почему ты скажешь? А потому что надо было мне делать не это. Мне надо было делать кое-что другое. Я не могу пропустить здесь ход. Мне придется атаковать, а он меня, соответственно, сейчас добьет, друзья мои. Не добил. Вот как ты это объяснишь? Он сходил первый раз, да? И сходил второй раз. Я не был ни во сне, как говорится, ничего. Я не знаю. Я просто делаю выводы, что игра подыгрывает сама себе такими темпами. Извини меня, что этот охламон сходит два раза, а я, видите ли, только лишь один. И музыку, видишь, хочет, врубает, хочет, не врубает. Как ему захочется. Опять же, 12-й, 11-й уровень. Что я тут сделаю? Да ничего, ребята, я не сделаю здесь. Лишний раз убеждаюсь, что нужны нам с тобой двойные атаки. Не двойные атаки, точнее, я хотел сказать массовые атаки. Такие, как у громобоя защитника. Смотри, просто распетрушили. Ну чё? Ну хвостом я ударю по нему. Что это сейчас делает? Опять, они всегда, ребята, пытаются уничтожить почему-то моего барса с вепрем, да? Пристеголового дракона. В первую очередь они именно его стремятся уничтожить. Ну что, добьем этого хлыща, да? После. Оу. Понял я, почему такая слабая атака. Потому что, ребята, на нас висит понижение атаки. Еще и уклонение. Ребята, промахнулись, короче. И у этого тоже, да, пониженная атака. Молодцы, красавцы, что могу сделать. Просто умницы. Так, это сейчас добьет. Добил, ребята. Так. Что же нам с тобой сделать? Либо атаковать этого. Атакуем, короче. Теперь. Блин, пониженный защит. Этот. Ладно, я еще раз это ударю. Так, сейчас сходит. Ага. Теперь этот. Что он там хочет сейчас сделать? Ускорение. Нет, хвостом. Удар хвостом, ребята. Очень сильный. Очень сильный удар хвостом. Если я сделаю атаку. Плюс. Мы с тобой сделаем сон. К примеру, ребята, это все к примеру. Я хочу здесь немножко кое-что рассчитать. Ну-ка. Ать. Хотя, подожди. Норм, норм, все отлично, ребята. Теперь смотри, что я думаю. Если он начнется, он применит. Он же применит массовую атаку, скорее всего.
Смотри, дракон этот погибнет. Но он сам себе сейчас... Видишь? Он успел. Смотри, раз, два. Сейчас он будет меня атаковать. Соответственно, он будет... Ха. Нет, он что-то не стал этого делать. Хорошо, я пробафаюсь, с вашего позволения. Ну, давай, бомби. Так, он атаковал. Раз, два. Сейчас опять будет удар хвостом. Оу, даже как. А следующий у него будет сон. Или нет? Посмотрим. Нет, не сон, будет просто бомбить. Ребят, теперь смотрите, мы с вами делаем баф. Вот этот. По идее, он должен сделать массовую атаку. Отлично, сам себя сейчас загонит в сон. Сколько у него там хп и... Блин, опять ничья. Да что ж ты будешь делать, а, ребят? Уже вторая за сегодня. Так, в любом случае, нам нужно еще 6 драконов завалить. Всеми силами, правдами и неправдами. Зелень, зелень... И синюга, да? Два зеленых и синька. Понятно. Опять музыку, да, не врубаешь. Гад. Жмотится, понимаешь, музыку мне врубить. Потому что знаешь, что под музыку мне всегда веселее. Бомбить их. Но он решает по-другому. Так, лаварик, ты мне не страшен? Вот этот вот, да, может мне небольшие проблемки сделать. Особенно под массовой атакой. Когда он выпускает свой этот огненный фаербол. Ведь это уже он. Это он, собственной персоной. Так, ну что, родные мои, давайте-ка вот так, наверное, сделаем. Или, слушай, а зачем? Пока, я думаю, не стоит. Мы с тобой сделаем баф, наверное, для начала, да? Мы пробафимся, как тяжело он идет. Смотри, что я хочу задумать. Сделаем так, этот сейчас, смотри, фаербол запустит. Тыдыщ. Неудивительно. Я к этому был готов, в принципе, друзья. Уклонение. Так, что он сейчас? Так, а вот теперь мы с тобой сделаем сон. Сейчас он еще раз ходит. Надеюсь, без фаербола ты. Ух, бубо. Так, ветрокрыл, будь добр, критани. И он делает крит. Ну, а вот и лаварык. Остался совсем один-одинешенек. Без подкрепления, да, без всего. Повесил на себя щит. Естественно, щит этот ему не поможет. Мы его снесем. Тем более, когда я сделаю вот такую вот усиленную атаку. Все, он там задумался. Ага, химнуться решил. Молодец, ничего не скажешь. Щит мы полностью с него сняли. Ну что, давай-ка... Вот, мы его сейчас в сон. Плюс очень много здоровья снимем. Сможешь добить его? Да, вполне. Ну вот, друзья мои, 4 дракона было подбито, да? Плюс еще 3. Того получается 7. И остается еще троих нам добить. Ну что, сразу в бой. Без... Блин, подожди, подожди. Я хочу кое-что сделать, замену. Я хочу сделать замену. Я уберу, наверное, барса и вепря. И поставлю древоруба. Слушай, сейчас будет, наверное, весело, я думаю. И смотри, что сразу мне дают команду. Команду красных. Сразу же, понимаешь, дают команду красных против меня. Как я только взял всех зеленых, они мне сразу вот такую вот фигню выставляют. Я больше чем уверен, что это специально, ребят. Ну что? Блин, слабая, конечно, атака. Лучше нам усыпить их. И сделает это ветрокрыл. Если успеет, конечно, дожить. Я офигею, как они молотят, а. Вот это... Кому это достается? Понял. Атакуем. Я не вруб... А почему? Трындец, ребята. Трындец просто натуральный. Я на самом деле хотел засадить их в сон. Ты понимаешь, да? Но у нас с тобой не хватило энергии. И сейчас эти хмыри будут меня тут, естественно, разоблачать. Так, змеевик злобный. Он действительно, ребята, злобный. Сейчас он будет что-нибудь делать. Как всегда. Это в кого? Ну, естественно. В кого же это еще может быть? Ну что же. Или же мне
все-таки я так сделаю. Я знаю, ребята, это рискованно. Убивает он меня этого. Лаварык 100% ничего не будет делать. Ох. Вот тебе и ничего не будет делать. Так, змеевик, давай-ка сам себя, пожалуйста, уничтожь. Хильнулись еще. А хухо, не хухо. Так, змеевик, давай, уничтожь себе сам. Красавчик. Так, и лаварык, друзья мои. С ним немножко придется тут, как говорится, поелозить. Вот так я сделаю. Будет атаковать, соответственно, да? У него нет массовых атак, вот это мне нравится. У него есть только защита. У него есть только защита. Я, естественно, сейчас накоплю энергию. Наверное, сделаю себе баф на усиление атаки. Да. Пока я тут говорил, я, ребят, не смотрел. Вот здесь вот у нас идет, какой дракон будет когда ходить. И опять на ничью. Третья за сегодня. Это большая редкость. Ну что же, нам придется из одного дракона с тобой опять делать бой. Угу, поехали. Из-за одного какого-то дракона. И опять, смотри, опять дают команду красных. Специально так делают. Поэтому, мне кажется, лучше все-таки делать солянку. Солянку, чтобы все были разные абсолютно. Чтобы были и красные, и синие, и зеленые. Креветы начнем с тобой бомбить. Кстати, как зеленые против красных? Вообще никак. Вообще никак. Просто слабое звено. Ну да, ребята. Тут нас, по-моему... Мне просто нужно одного дракона убить. Я многого не прошу. Просто одного дракона уничтожить и все. Чтобы я в конце концов открыл себе пак. Хвостом. В кого? Да понятное дело, в кого. Понятное дело, в кого, да? Ну. Минус. Одного убрали у нас. Грустно, конечно, это принимать, но... Такова, ребят, реалити. Ты достала, ну, древоруба. Уничтожит, да? Да, конечно, уничтожит. Мне бы хотя бы вот кревета просто бомбануть и все. Ну что, друзья мои. Раз, два. Окей. Слушай, подожди, а почему здесь, вот, смотри, какая красная ячейка? Она такой не должна быть. Что это за штрафные санкции, извини меня? С какого, блин, перепуга? Я даже сходить не могу, ты понимаешь, в чем дело? Не могу просто сходить, элементарно. А у них... Все, тут труба дело, ребят. Я не понимаю. Они... У меня куда-то вечная энергия заканчивается. Все, добили. Ну, я, по крайней мере, кревета уничтожил. И пак мы с тобой забираем. Ну, давай, показывай, что у тебя там для нас есть. Костолом, Пристеглов, Вострозуб... Что по смерти? Беззубик. Беззубик нам частенько стал, кстати, выпадать в последнее время. Я думаю, что ты заметил. 10 рун мы с тобой забираем. Сколько у меня древесины? 1 400 000. Этого мало. Я же говорил, мне нужно 2 миллиона дерева. 2 миллиона для того, чтобы сделать лохань. Зато у нас с тобой здесь место. Уф, как много. 1000 стрел. Так, янтарь-то я не забрал. Совсем забыл про него. Ну что, ребятушки, на сегодня как бы и все. Мы повоевали. Давай за рыбой, чеши. Отдыхает мне. Мы повоевали, нам нужно с тобой накопить. Еще раз повторяю, 2 миллиона. 2 миллиона чего? Древесины, да? Да, древесины. Мы лохань с собой улучшим, будет на 3 миллиона. Ну а там уже, конечно же, прокачка. В первую очередь, друзья мои, прокачка. Потому что нам нужно очень много драконов. Сколько там? 6 драконов. И какого уровня? 42-го. Так что будем к этому стремиться. А на этом все, всем удачи и до новых скорых видосиков.